Всем привет. Меня зовут Алина Власова. Я руководитель группы разработки в лаборатории Касперского. Сегодня я расскажу о том, как же сохранить спокойствие разработчика в условиях монорепозитория. Итак, о чем будет мой рассказ? Я расскажу, почему именно монорепозиторий, где заканчивается спокойствие разработчика, с какими проблемами он сталкивается и как мы возвращаем его спокойствие. Для начала я расскажу немного предыстории — когда-то давным-давно у нас в компании была выбрана модель разработки с полирепозиторием. Что это значит? Наши проекты, наши команды жили каждый в собственном репозитории, имея собственную систему контроля версий. Причем системы контроля версий были очень разные. Кто-то жил в Perforce, кто-то в GitE, кто-то в TFS. И когда разработчику было необходимо внести изменения в код, соседней команда соседнего проекта, ему приходилось преодолевать трудности по тому, что нужно было внести изменения в систему контроля версий, отличную от той, в которой он работает. Что вызывало, конечно, у него проблемы и отторжение по внесению таких изменений. Помимо того, что каждый проект у нас жил в собственном репозитории, многие проекты или группы проектов разрабатывали собственную инфраструктуру сборочную, тестовую. И зачастую они решали схожие проблемы и затрачивали, каждая команда затрачивала свои собственные ресурсы для того, чтобы поддерживать свою инфраструктуру. Такая модель разработки имеет как плюсы, так и минусы. Однако в нашей компании количество связей между проектами и командами оно постоянно возрастало, увеличивалось количество взаимных комитов, одновременных комитов, несколько репозиториев. И мы приняли решение, что для сокращения этих накладных расходов по поддержки таких связей, нам было бы проще и правильнее переехать в общий э, репозиторий. Таким образом, мы перевезли наши проекты в общий гид репозиторий и выбрали там модель разработки Trunk-based development. Но у нас осталась инфраструктура, и кажется, что затрачивать ресурсы каждой команды на поддержку собственной инфраструктуры, тоже было достаточно накладно. Для того, чтобы сократить эти расходы, мы приняли решение, что у нашего монорепозитория, у нашего проекта также будет общая для всех инфра с, едином, с единой ее поддержкой, для того, чтобы сократить ресурсы команд на ее поддержку. Что же у нас такое получилось монорепа? Ее размер порядка 45,5 гигабайт. В нее делается около 350 пул-реквестов в день. И в ней имеется около 150 уникальных контрибьюторов в день. Что такое инфраструктура монорепа наша общая? На данном слайде красной рамкой обведены те подсистемы, которые разрабатываются непосредственно внутри нашей компании. И инфраструктура монорепа, собственно, это общий сборочный конвейер, Asgard, общие инструменты тестирования, Hive, распределенное хранилище артефактов, Air, общая система сборки, Базель. Мы пока не перевели все наши проекты в монорепозитории на эту систему сборки, однако мы в процессе и надеемся, что рано или поздно нам все-таки удастся прийти к единой системе сборки, но мы ее уже выбрали. Также у нас есть система управления репозиториями и пайплайнами Azure DevOps и единая поддержка всей этой инфраструктуры. Но где же разработчик может максимально ощутить на себе наличие монорепозитории и общей инфраструктуры? Конечно, в своем основном сценарии работы — это внесение изменений в код. При изменении, внесении изменений в код разработчик создает pull-request, в нем запускается валидационный билд для проверки его изменений. Так вот, у нас основной такой валидационный билд — это система зависимостей. Сначала собирается какой-то общий базовый код компонентов, а потом под различные платформы, под раз, разные совершенно. И потом э, собираются основные продукты нашей компании под тоже разные платформы. Ка сборка под одну платформу или запуск тестов под одну платформу ⁇ это э, одна уникальная джаба в нашем представлении. Так вот, в так таких джабов в нашем валидационном билде порядка 150 также у нас есть система зависимости в нашем валидационном билде. То есть при внесении изменений в какую-то базовую часть у нас перезапускаются все пересборки и перетестирование всех продуктов и самой базовой части. А при внесении, например, изменений в какой-то конкретный продукт перезапускается только пересборка и перетестирование этого конкретного продукта. Ну так вот, при внесении изменений в базовую часть такой валидационный билд занимается сейчас порядка двух с половиной часов. Но где же тут может пострадать разработчик и где может нарушиться его спокойствие? Как я уже ранее рассказывала, много, многое наши, многие вещи в нашей инфраструктуре, они сейчас находятся в процессе разработки, так как они у нас собственные. Вот. И, конечно, в них бывают какие-то нестабильности, небольшие проблемы. Помимо этого, проблемы бывают и непосредственно в пользовательском коде, в сборочных скриптах, например, или в тестах. И такая каждая, даже небольшая доля нестабильности каждой из этих подсистем, которые я описала, превращается для разработчиков в request в одну большую нестабильность. У него может упасть валидационный билд по каким-то причинам, которые не связаны с изменением его кода в pull request. И тут у разработчика возникают закономерные вопросы. Кто в этом виноват? Поможет ли сейчас перезапуск, если это перезапустить? И когда же проблема будет решена? Мы хотим, чтобы разработчик разбирался в pull-реквесте только со своими собственными проблемами и хотим минимизировать количество таких проблем, которые не зависят от изменений разработчиков. Поэтому мы начали думать, что же мы можем сделать для того, чтобы как-то выявлять эти проблемы, возможно, даже до разработчика в некоторых случаях. Мы начали смотреть на валидационные билды, которые запускаются в Pull реквестах На данном графике по вертикальной оси представлена продолжительность валидационных билдов по горизонтальной просто время астрономическое, и э, зелеными точками успешные билды, красными неуспешными, серыми отмененными. И среди красных точек э, в множестве запусков валидационных билдов, pull на, э, непосредственно в реквестах разработчиков сложно отделить, вот сейчас валидационный билд упал э, по изменениям, связанным с изменением кодов в полуреквесте или нет. Не, не посмотрев логи и не разобравшись, это сложно дифференцировать. И мы подумали, для того, чтобы нам не тратить ресурсы, не разбираться, привнесено это сейчас изменениями кода или не привнесено, мы подумали, а давайте мы будем запускать валидационный билд pull request а просто по мастеру. Ведь мастер у нас должен быть в идеале зеленым. И начали его запускать каждый час. И увидели, что на самом деле, хотя и в идеальной ситуации билд должен быть зеленым, он оказался не всегда зеленым. И те покраснения, которые случаются на валидационном билде, это с большой вероятностью проблемы какие-то. Может быть, проблемы с инфраструктурой, проблемы непосредственно с пользовательскими сборками и тестами. И тут мы поняли, что сборка по расписанию — это своеобразное здоровье монорепа. Чем она удобна? Она предотвращает проблемы на ранней стадии. То есть мы не в каком-то полуреквесте разработчика увидели проблему, а на синтетической метрике завели какой-то инцидент и начали с ним разбираться. Ее легко мониторить, потому что не нужно дифференцировать изменения, разбираться, связано это сейчас с полуреквестом разработчика или не связано. Это точно какая-то нестабильность легко найти ответственных по той же причине. Видны какие-то глобальные проблемы на данном билде по расписанию. То есть если несколько билдов упало с одной и той же проблемой, значит, скорее всего, у нас имеет место быть какая-то глобальная проблема, в условиях которой, перезапускай, не перезапуская билд, сейчас ничего не работает. И для каждого такого валидационного билда, у нас есть инцидент, своеобразная бага. То есть э, у нас запускаются валидационные билды каждый час по мастеру. Если билд покраснел, мы заводим инцидент и назначаем его на какую-то подсистему. Дальше все разбираются, почему упал э, тот или иной билд. И за каждый красный билд реквесту а по мастеру мы находим ответственного команду, из-за которой возникло это падение. Благодаря тому, что мы научились искать ответственных за падение за скидульных э, билдов полуреквестов, мы научились строить статистики, метрики и смотреть на них. Например, мы можем увидеть вот на данной метрике, как представлено на этом слайде, кто в наибольшей мере виноват в падениях за скидульного полуреквеста над какими подсистемами сейчас нужно работать, как-то ретроспективно смотреть, у кого уменьшается количество падений и нестабильности по причине какой-то подсистемы, у кого-то, наоборот, увеличивается, и работать с этим, обрабатывать эту ситуацию. Таким образом, с начала того, как мы ввели эту метрику, а это примерно октябрь 2019 года, до сегодняшнего дня, если смотреть, то э, вот так вот э, системно работая над какими-то проблемами, нам удалось добиться того, что э, количество проходящих билдов по э, расписанию у нас стало увеличиваться, значит, увеличилась э, и стабильность нашего валидационного билда в пол-реквестах. Но помимо того, чтобы отыскать какие-то проблемы на синтетической метрике, было бы неплохо дать разработчику обратную связь. Ну, то есть уведомить его, что существуют какие-то проблемы, обозначить статус их решения, ускорить перезапуск, возможно. И вследствие этого у нас появился так называемый робот-тор, хранитель пул-реквеста. Что же умеет наш тор? Он отслеживает глобальные проблемы. Что мы считаем глобальными проблемами? Глобальные проблемы это те, которые, как бы мы сейчас не перезапускали валидационный билд, он все равно не пройдет, потому что что-то сломано. Это может быть как сломан, например, репозиторий, там заехали несовместимые комиты в репозитории, поэтому он сломан, или, например, у нас выпустила инфраструктура какое-то обновление, из-за которого ничего не работает. Это глобальная проблема. И когда Тор видит такие глобальные проблемы, он ставит э, сборку pull реквеста на паузу. В каждом pull реквесте разработчиков пишет о том, что у нас сейчас ничего не работает. Вот build на паузе стоит, прикладывает линку на инцидент, в рамках которого э, сейчас разбирается с проблемой. Каждый разработчик может зайти в свой pull реквест кликнуть по ссылке. Перейти в инцидент э, и посмотреть, кто сейчас разбирается с проблемой. Возможно, увидеть там какие-то прогнозы, потому когда проблема будет решена. После того, как проблема решается, инцидент закрывается, билд у нас снимается с паузы, и тор начинает полномерно перезапускать билды, которые упали по этой причине у разработчиков. Но помимо того, чтобы уметь работать с какими-то глобальными проблемами, за которых ну, прям совсем все сломалось и ничего не работает, мы подумали, что было бы круто обрабатывать какие-то нестабильности. Что мы подразумеваем под нестабильностями? Ну, например, какие-то гонки в сборочной процедуре или там флакающий тест или какие-то нестабильности там, с инфраструктурой. Проблемы, которые с перезапуска, в принципе, если перезапускаешь валидационный билд, он у тебя с большой вероятностью будет успешным. Вот. Мы стали искать подобные проблемы на пол-реквестах разработчиков. Мы, мы смотрим, что если одна и та же проблема воспроизводится на нескольких независимых полуреквестах разработчиков, мы заводим на это инцидент и тоже с ней начинаем разбираться. И в каждом падении в полуреквесте разработчика наш робот идет, смотрит, нет ли у нас существующего уже заведенного инцидента по данной проблеме. Он может быть как инцидент нестабильности, так и инцидент с нашего билда по расписанию э, сообщает под текстом ошибки валидационного билда в пол-реквесте разработчика о том, что э, вот, смотрите, есть уже инцидент на эту тему, э, вот ссылка на него, разработчик может посмотреть и понять, что о, это не моя проблема, с ней уже кто-то разбирается э, и не тратить свое время на разбор э, не связанных с ним инцидентов. Также ТОР пишет, в какое время он приблизительно перезапустит валидационный билд из-за этой ошибки. Это может произойти как сразу, так и чуть-чуть с задержкой, так как мы стараемся не создавать очередей в нашей инфраструктуре. Вот. И таким образом, около, 40, около 69% билдов упавших по причине нестабильности, мы перезапускаем автоматически. Но помимо того, что Тор умеет следить за глобальными проблемами, за какими-то нестабильностями, Тор еще и бот. Тора можно призвать в своем pull-реквесте на помощь, можно с помощью Тора запустить какие-то расширенные сборки, тесты. И еще он имеет ряд мелких возможностей, которыми разработчики могут воспользоваться, призвав этого бота в своем pull-реквесте. Но помимо того, что Тор обрабатывает какие-то ошибки, то есть нестабильности, глобальные проблемы. Тор также помогает разработчикам разбираться с их собственными проблемами, которые они привнесли, делая изменения в своем pull-requestе. Он сообщает в каждом, по поводу каждого падения валидационного билда в pull-requestе разработчиков о том, какая же у него произошла ошибка, дает прямую ссылку на артефакты, чтобы разработчик кликнув в нее, начал разбираться и не тратил время на поиск того, с чем ему сейчас нужно разобраться для того, чтобы понять, почему валидационный билд у него упал в pull request. Еще одна особенность, которую мы в какой-то момент решили немного улучшить для наших разработчиков, это перезапуск expired build -off. Что это значит? У нас сейчас в репозитории стоит политика, что время экспирации билда равно 24 часам. Это значит, что если билд был успешным, а pull request за 24 часа мы не закомплитили, то билд считается протухшим. И для того, чтобы закомплитить pull request в будущем, его необходимо перезапустить. Таким образом, если pull-request разработчик делает свой в пятницу, то к понедельнику билд протухает, конечно. И в понедельник, придя на работу, ему придется перезапускать и ждать, пока он пройдет. Вот мы это автоматизировали и стали перезапускать в выходные протухшие билды разработчиков. Для того, чтобы им было удобнее в понедельник. Также мы боремся с нестабильностью тестов у нас в pull-request для того, чтобы повысить стабильность нашего валидационного билда. У нас есть механизм флаки тестов. Каждый тест можно пометить как флаки, выставив ему там определенную галочку и перелинковав инцидент. И если запустился билд, и в нем упал тест, который помечен как флаки, то билд все равно будет считаться успешным, невзирая на то, что тест упал. После того, как инцидент решится, в рамках которого разбираются с нестабильностью этого теста, флаки снимаются, и тест опять переходит в блокирующий режим. Но помимо того, что флаки мы умеем помечать вручную, мы умеем это делать еще и автоматически. Мы смотрим в пул реквеста разработчиков. Если видим, что в различных пул реквестах тест падает по одной и той же проблеме, то считаем этот тест нестабильным и автоматически помечаем его как флаки. Благодаря тому, что мы помечаем тесты как флаки у нас в pull у нас около 4% от всех билдов проходит благодаря тому, что какие-то тесты у них были помечены как флаки. Если бы не было механизма флаки, эти бы 4% билдов упали бы. Также для удобства разработчиков у нас весь его pull request отображается в таймлайне, видны перезапуски его валидационных билдов, по каким причинам они падали, какие были паузы за время, пока длился его pull request, сколько длилось код ревью. Разработчик каждый может ретроспективно посмотреть и разобраться, что, почему его pull request, например, так долго заходил, что было не так, что на это повлияло. В заключении мне хотелось бы сказать, что мы все измеряем и решения принимаем на основе данных. Так вот, мы придумали и сделали такую метрику, начали измерять удовлетворенность разработчиков. Что, что значит эта метрика? Мы считаем количество перезапусков валидационных билдов после последнего апдейта pull-реквеста до его комплита. В идеальном случае, когда разработчик делает последний апдейт в своем pull-реквесте, у него запускается валидационный билд, он должен пройти один раз, стать зеленым, и pull-реквест закомплитится. Если он покраснеет, значит после этого должен следовать какой-то апдейт. Однако бывают случаи, когда последний апдейт происходит в pull-реквесте разработчика, после этого билд краснеет валидационный, а потом никаких апдейтов не следует за этим, билд перезапускается, становится зеленым, и pull-реквест комплитится. С большой вероятностью в таком случае первый валидационный билд в pull-реквесте разработчика упал по причине какой-то нестабильности. И мы, вот считая количество перезапусков таких валидационных билдов, стали строить статистику. Какой процент полуреквестов заходит с одним ретраем после последнего апдейта, с двумя, с тремя или вообще без ретраев. И таким образом считаем, насколько разработчик удовлетворен работой валидационных билдов в полуреквестах. Мы продолжаем развивать нашу инфраструктуру, решать какие-то системные проблемы, и будем мы в последующем стараться улучшать удовлетворенность разработчиков пол реквестом, а также, если какие-то проблемы и присутствуют, то мы делаем всевозможные инструменты для того, чтобы разработчику с ними жилось максимально спокойно, и он не тратил свое время на решение каких-то нестабильностей, а тратил свое время на разработку и внесение изменений в код. На этом все. Всем спасибо за внимание. Готова ответить на вопросы. Алина, спасибо за доклад, даже мне стало спокойнее. Скажи, пожалуйста, почему у вас собственный тулинг? Чем вам не подошли стандартные вещи вроде базеля, например? Почему собственный у нас тулинг? В какой-то момент у нас не было собственного тулинга. И прежде чем начать разрабатывать собственный тулинг, мы исследовали какие-то решения на рынке. Например, в то время у нас там в компании был очень популярен ТФС, многие пользовались. И мы поняли, что у нас огромное количество задач мы запускаем в нашей компании. И э, многие существующие на рынке средства просто с этим не справляются. Они не вывозят нагрузку. Помимо этого, у нас очень много запросов по кастомизации этих средств. И, конечно, нам проще э, иметь инструменты, которые мы можем самостоятельно кастомизировать. Ну и третья причина, наверное, это независимость от сторонних инструментов, потому что э, в сторонних каких-то инструментах все время могут менять, ну, с продолжительностью, со временем, с апдейтами могут меняться какие-то контракты, вот, и нам придется все переделывать у нас в компании под эти контракты, и нам просто не хотелось тратить на это время. И вот совокупность этих факторов, то есть не каждый по отдельности, а вот совокупность этих, этих факторов, которые я описала, привели нас к тому решению, что мы начали разрабатывать собственный тулинг. Спасибо, понятно. Еще один вопрос. Скажи, вот ваши билды запускаются на собственных мощностях или на виртуалках из какого-то облака? И поднимаются они он демонт или это существующие агенты и очередь к ним? Это существующие агенты. Они, если... Да нет, это в большинстве случаев, прям в абсолютном большинстве случаев, это какие-то физические сервера, на которых развернуты агенты, которые постоянно стоят и ждут, пока на них что-то придет. Мы пробовали делать там в нашем облаке какие-то, поднимать агенты, но пока у нас это не увенчалось успехом, пока это у нас вот на наших физических серверах и агенты, которые вот стоят и ждут пока на них придут задачи. Понятно, тогда у меня вопрос от да. меня. Скажи, пожалуйста, подробнее, как вы справляетесь с волнообразной нагрузкой, когда вы перезапускаете pull-request после паузы? <связь> вот я немного это сказала в презентации, но расскажу чуть подробнее. Дело в том, что да, если мы возьмем и после паузы перезапустим все билды, у нас просто скопится очередь, и она будет стоять долгое время и перерабатываться. Поэтому мы перезапускаем не все сразу, а частями. Ну, у нас там заданные параметры есть, которые конфигурируются, и мы считаем, что там, вот столько-то билдов в такую единицу времени мы способны нашей инфраструктурой сейчас пережить, и, соответственно, перезапускаем частями. Поэтому и в pull-реквестах разработчиков мы пишем, вот там у меня было на слайде, что приблизительно в такое-то время билд будет перезапущен. То есть мы можем спрогнозировать даже когда он будет перезапущен, но, возможно, это будет не сразу. Вот. Спасибо. Еще тебя спросили, что такое несовместимые комиты в мастере? Несовместимые комиты в мастере. Как я рассказывала в своей презентации, у валидационного билда есть время экспирации. Например, у нас 24 часа. Из 24 часа может э, запуститься, да даже если не учитывать время экспирации, например, если взять длительность нашего билда, там 2,5 часа я говорила, вот, за это время может создаться два параллельных полуреквеста независимо, и в каждом из них запустится два параллельно валидационных билда. Первый валидационный билд запустит мастер плюс изменения из первого pull-request а и соберет на этом валидационный билд. Второй pull-request запустит мастер и плюс изменения из второго pull а и на них валидационный билд. Соответственно, каждое из этих изменений независимо проверится. И они могут просто так вот независимо проверившись, но не проверившись друг с другом залиться в мастер, попадут в мастер. И следующий билд, когда уже запустится с изменениями 1 и 2, он просто начнет падать, потому что изменения эти могут быть… Сами между собой несовместимы я надеюсь я ответила на вопрос спасибо скажи нет ли у вас планов выложить код робота тора в open source видимо люди заинтересовались и хотят воспользоваться ну мы если честно не рассматривали эту вероятность он в целом, в данный момент, мне кажется, вот прямо сейчас его нельзя выложить, потому что он очень сильно завязан именно на наши сущности, которые специфичны для нашего репозитория. Но, возможно, когда-нибудь в будущем, если мы его адаптируем под open source, может быть, мы это и сделали бы. Не знаю. Мы пока, если честно, об этом не задумывались до этого. Хорошо. Еще спрашивают о том, какого размера команда разрабатывает у вас инфраструктуру и какое соотношение вообще разработчиков лаборатории Касперского и разработчиков инфраструктуры разработчиков инфраструктуры. Ну, я скажу плюс-минус, это не точная цифра. Около 50 где-то человек разработчиков инфраструктуры непосредственно. А разработчиков, которые именно у нас в Монорепе, которые продукты в нашей Монорепе, ну, я думаю, что это число близится к... Мне сложно спрогнозировать, но, наверное, это близится к тысяче человек, не знаю. Ребят, давайте мы к вам потом вернемся с актуальной статистикой. Скажи, пожалуйста, я... Да, если... давайте вот, я правда, давайте я эту статистику лучше уточню и опубликую в чате, а то вдруг я сейчас обманула с цифрами. Да, давайте я лучше ее да, уточню. Давай. Вопрос, какими инструментами пользуетесь для сбора, анализа и отображения статистики с репозитория? Статистики именно с репозитория или с... <laughs> у нас очень просто много разных статистик. В основном мы, конечно, используем графану и различные базы данных под ней для того, чтобы собирать какую-то статистику. Но однако у нас вот в последнее время в нашем проекте начал разрабатываться собственный инструмент, по сбору статистики именно по репозиторию, там, по папкам можно посмотреть там, количество там, контрибьюторов, валидационных билдов, сколько они длились, какое количество итомов фиксилось. То есть именно собирать метрики по коду. Мы тоже начали разрабатывать свой инструмент. Я о нем тут еще не рассказывала, потому что там мы совсем в начале пути. Вот, вот так вот. Угу. Еще спрашивают, есть ли у вас опыт использования базеля, которым хочется поделиться, что было хорошо и что плохо? опыт использования базеля. Ну, мы в плане базеля находимся в таком как бы переходном процессе. Мы окончательно на него не перешли, как я уже рассказывала в данной презентации, наверное, какие-то детали, прям по опыту использования базеля, наверное, лучше, давайте мы напишем в чатик, потому что возможно, ну этим конкретно я не занималась, лучше мои коллеги, которые были к этому причастны, расскажут, какие у нас были плюсы, минусы, какие были проблемы, когда мы начинали переходить на базель. Вот. Угу. И последний вопрос. Я, если честно, не совсем его понимаю, но, может быть, ты поймешь. Как решается вопрос с докер-контейнером? Он получается сразу при сборке? Ну, у нас есть докер-образы, которые поднимаются на агенте, и в этом докер-образе что-то происходит. Вот. В процессе нашего вальдационного билда мы не собираем никакие докер-образы. Понятно, спасибо. Угу. Это был прекрасный доклад. Спасибо Наш большое. Всем доклад... спасибо за внимание. Спасибо, Алина.